Посещать уникальные места Курского края, узнавать традиции малой родины. Курский институт менеджмента экономики и бизнеса уже начал активную работу по реализации проекта. Основная задача – привлечь внимание к внутреннему туризму. Где-то клюквенный остров, где-то ковроткачество, которое, в общем, наши ковры суджанские отличаются от всех, и они сразу узнаваемы. Кожлянская глиняная игрушка, где-то танец тимония, нам сказали в Калуге, а у нас тимоха. Это два совершенно разные танца. Но наш, он сразу узнаваем, курский тимоня. В реализации проекта немаловажную роль должна сыграть молодежь. Поэтому разработчиками первых туристических маршрутов станут студенты и школьники. Мы видим широкий отклик молодых людей, потому что именно молодые люди участвовали в разработке уже туристических маршрутов, разработали карту туристических объектов. Но на первом этапе нам хорошо помогают студенты Курского института менеджмента экономики и бизнеса. Пробные экскурсии пройдут в 20 районах области. Задача студентов и школьников – дать развернутую оценку по каждому маршруту. Мы уже разработали анкеты, мы хотим опросить всех, школьники, которые придут, ребята, студенты, которые в качестве экспертов поедут, главы муниципальных образований, сами экскурсоводы. Мы должны понять, насколько сегодня на первом уровне мы готовы организовывать этот вид туризма. Экспертные поездки стартуют уже в октябре. Курской области есть чем гордиться, что показать и рассказать. Теперь с историей и традициями Соловьиного края будут знакомиться и жители других городов. Кристина Леонова, Ксения Дегтярева, Сергей Малеев. События дня.